Казанском федеральном университете особое внимание уделяют развитию информационных технологий. IT-лицей оснащен всем необходимым для помощи школьникам в их творческих разработках. С визитом в лицей приехал помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, который отметил высокий уровень профессиональной подготовки. Для нас важно, чтобы молодые люди шли в образовательную систему. На встрече также наметили дальнейший план сотрудничества. Отдельным поводом стало награждение ребят, которые стали победителями российских конкурсов и олимпиад. Игорь Левитин акцентировал внимание также на профессионализме преподавательского состава. Непосредственно в награждении принял участие ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Матулина Лилиана. По итогам встречи было принято решение о дальнейшем сотрудничестве и привлечении ребят из других регионов. Игорь Левитин и Ленар Сафин обсудили вопросы обмена опытом на базе IT-лицея. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Александр Кузнецов, Универньюз.